репертуар приходится каким-то образом вот под аудиторию подстраивать? То есть есть понимание, каждый, что... Каждый раз я прихожу на саундчек, хотя меня многие говорят, зачем ты идешь на саундчек? У меня огромная с собой же аппаратура, багаж, который мы возим с собой, который не нужно идти мне на саундчек, но я всегда иду на саундчек, потому что мне нужно посмотреть зал, как стоят столы, какой будет свет, где у нас окна, где бар. Спрашиваю, подхожу, какая у вас публика, продаются ли заранее столики. Директор всегда ругается, зачем мне это надо? Мне это надо, чтобы понять, как составить программу, что спеть. Изначально выдать хиты или попозже оттянуть? Будут ли в зале дети? Потому что иногда в ночные клубы сейчас стали пускать с детьми в частные ночные клубы. Но дети — это подростки или совсем нет, дети? Нет, приходят с такими. Так, ага. Приходят, уже понимаю, что мне одеть, какой высоты длины, там, какой высоты каблук и каблук ли вообще. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».